Всем доброе утро. С Витей вышли погулять. Сегодня выходной, так хорошо. Сейчас я свою красавицу. Вить. Сейчас я ее накормлю. Ой, не могу, лежит вся в листьях. Грязная. Иди сюда, красавица. Пошли. Иди сюда. Иди. Пойдем. Еще подтягивается, идет. Иди, моя красавица, иди. Пойдем. А, смотри, я вчера на работе купила мисочку и оставила ей еды. Ну, так темно было. Вить, давай пакет. Иди, Сашечка, иди, мой золотой. Ты мое солнышко. Подожди, нет, ты давай вот этот вот. Вот этот открой, Вить. Вон, наверное, видишь у меня. Ты зачем лучше съесть? Нет, я еще немножечко насыплю. Иди, мое солнышко. Что, миска с молоком у меня там стоит? Ужас какой же. На улице 30 градусов. Вот такой я и купила. Это ж, подожди, закрывай эту штуку. Нет, Вить, закрой эту штуку. Вот этой прищепкой. Здесь особо и солнца нет. И вот этот пакетик я тоже качала, купила. Сейчас выбросим. Вот переживаю, говоришь, молоко и воды бы, сухой корм же. И к храму прогуляемся, сейчас купим хлеба. Чего? Где? Сейчас я покажу ее еду. Вот здесь эта кошка живет. Представляете, ужас какой. Конечно, я ее буду кормить. Там такой красивый храм у нас огромный, Серафима Саровского. Медведково. Я живу. Ну, зайдем сейчас в лимонад разливной. И в магазине хлебушек. А, да, ты же с этим пакетиком. А я, знаешь, когда иду там, мы прошли. У вас там стояли. Стояла, да. Ой, какая красота. Какая же красота. У меня здесь рядом с домом, буквально минуту, видите, магазин Верный. А сбоку вот это вот написано «Пивной магазин». Но там очень вкусный лимонад еще наливают. Литр называется. Ой, тушенка по ГОСТу, свинина, говядина. Это что у нас из напитков газированных? Дюшест. Дюшест, капун и квас. Как? Дюшест, капун и квас. Квас? Вить, ты пробовал квас? Тебе что здесь? А? Мне? Дюшест. Ну ты знаешь, давай квас. Давай квас. Давай квас, а это что? Квас, да вам налить? Литр, полтора? Литр. Медовуха, да, написано? Это медовый с черной смородиной. А что сидор. Это? Сидор. А, сидор. Медовуха. А что такое? Что это? А, яблочный, да? Нет, тут... медовуха с черной смородиной. Сидор, сидор, да? Это яблоко, да? Да яблоко? Мне нравится. Я даже не пробовала. Вот здесь вот хорошо. Имеется вон густины, креветка 100 грамм, 184.
креветка магаданская. О, лагустины, смотри, какие симпатичные. 100 грамм, 125, конечно. Тебе надо что-то квашу? Нет. О! А, здесь пиво, тут кваса нет. Квас разливной. Ну нет. Не съешь, думаю, мне все там. Это что, воблы? Прям моя любимая икра воблы. Форель даже если. Ну нет. Квас подписан был. Квас. Хотела посмотреть, сколько здесь кофе стоит. Кофе, а любой напиток по 100 рублей. Вчера здесь все было завалено, по-другому не скажешь, гнилой черешней. А, вот такие вот я грибочки беру всегда, мелкие. Я их даже не режу, так вкусно получается на сковородке, маленькие. А есть уже нарезанные. Вот это беру. Курага. И очень нравится вот эта вот фирма. Вот такой. Но они не дешевые. Это 249, а это 319. Такой аромат этой резины. Ну, представляете, да? Так, что у нас тут на яйца акция? А, ты уже взял? Обычно мы сейчас их взял. Водички простой будешь брать? Простой воды? Да. Ну, квас же уже взяли. Сейчас подумаем. Давай. А, вот этот покупал квас? 79 рублей. 2,5 литра. Живое выражение. Что-то дешево получается, 79. А у него срок годности выходит. Срок годности выходит? А сколько он? 3? Как раз будет срок. Везде акции сегодня. Здрасте. Это лицкий квас побережется. Лицкий. Первый раз вижу на мясо акции. А почему? На мясо акции. Я веду и туда сколько я. Я тебе сказал, свинин. А почему акция такая? Температурный режим. Да. Ну тут же холодильное оборудование. Ой, смотри, какая хорошая печень, видишь? Появилась. Угу, литовские. Вот такой мы всегда литовский покупаем. И вот такой даниловский. День акции прям. А знаешь что? Может быть, боржом возьмем? Давай. Боржом? Зачем? Я вот тебе все. Росинка. О, еще с лимоном, с лаймом. Но когда пить хочешь, я не хочу с лимоном. Просто давай. Нет, мне кваса хватит. Нет, просто воды пить, а хочется. Так, 149. Маленькая. Тоже. А, 119. Зачем боржа? Просто. Да, она небольшая такая. Сколько она стоит? Литр. Литр здесь? Да, где я вообще 29. Взяла? Ой, и это тоже по акции. 29 рублей. Кола 0,579. Угу. Вон, смотри. Первый раз вижу лимончелло. Слушай, одни акции получается. 389. Это что-то для коктейля очень вкусное, лимонное. Что, нет, конечно. Ты что? А вот это что? Это джин розовый.
Вот наша покупка. Яуза. Около храма. Ну так, все хорошо, чистенько. Парк. Я их в прошлый раз вот там видела. Ага, вот там они плавали. Они уже должны с утятками, ты говоришь, быть, да? Ну, ходилки должны. Уточки. Ну, пойдем там посмотрим. Цветет вода? Ой, почистить бы. В прошлом году так все хорошо было. Ни одной утки. Ладно, сейчас найдем. Тоннель. Так прохладно, хорошо здесь. Чем фильм ужасов. Осторожней головой. Я иду нормально. Господи, посмотрите, как загадили речку. Бутылка торчит. Такое течение было в прошлом году здесь. И вот здесь были уточки. Какой кошмар. Ну, свиньи. Ну как, ну слов нет. Ну, молодец парень. Решил искупаться. Рискнул. Все завидуют. Все в шоке. Они не завидуют, все в шоке. Здесь последний раз плавали, лет 30 назад. Да. Ой, как красиво сверху. Не, вода хорошая. Если ее не успокоить, она вы не видели уток? Мы только что прошли, мы их ищем. Там пакет. Мы там все посмотрели, там нет их. Видели две рыбки здесь. Вот я еще помню вот эти года, когда мы здесь купались все. Ой, аккуратнее. Где дядя? А дядя сюда уже припал. Нет, не видно. Разлил квас. Ты что сделал? Нажал на бутылку? Да? Чего он тебе так вылился? Воздух там, сюда. Да? Изо рта. Реакция. Нашли уточек. Большая утка куда-то уплыла. Вот отсюда не видно. Но на том берегу три... Да, три или четыре. Таких вот маленьких утеночка. Перышки чистят. Сейчас покормим. Наконец-то нашли. И если бы с дороги случайно эта утка голову не повернула, она такая серая, я бы и не увидела. Перейдем в другую сторону? Ой. Я говорю, рюкзак не застегнут. Застегни. Все. Хватит бубнить. Такой ветер поднялся. Все, сейчас накормим. Такой ветерок хороший. И пойдем, зайдем в храм Серафима Саровского. Ой, друзья, там такой сад цветов. Сейчас я все сниму. Всем хорошего дня!